Тверском цирке прошли премьерные показы пингви-шоу «Ласта Рика». В представлении собраны легендарные аттракционы. Замирает дыхание у зрителей во время зрелищного воздушного полета. Удивляет виртуозность гимнастов и акробатов. Изумляют номера иллюзиониста Игоря Штейна. Программу представляет династия артистов Майхровских и посвящает ее столетию российского цирка. О нашей программе «За ней тянется шлейф». Мы сейчас проехали весь Урал, всю Сибирь, Дальний Восток. Вернулись в Центральную Россию. И вот такой шлейф, что это старый добрый цирк вернулся, он за нами тянется, и люди этому очень радуются. Радовались зрители и появлению на манеже четвероногих артистов. На арене и правда калейдоскоп животных, статные ахалтекинцы и орловские скакуны, австралийский кенгуру-боксер, попугаи, королевские пудели, гуси, пеликаны, морские львы. И только в этом шоу можно увидеть единственный в мире аттракцион с участием пингвинов. Антарктические гости умиляют своей непосредственностью и природным артистизмом. Пингвины, они не дрессируются. Это птица. Мы используем их природные возможности, то, что они делают в природе. Они прыгают, они ползают, они плавают. Все это мы трансформировали, создали реквизит, создали атмосферу. На протяжении всего представления настроение зрителям поднимает легендарный клоун Май. Евгений Майхровский служит коверным с 1965 года. Сегодня ему 80 лет. Через все номера артиста проходит тема человеколюбия, любви к животным. В программе репризы, проверенные годами. Отдана жизнь, актерская школа МХАТовская, дрессура с детства. У меня много, репертуар большой очень. И клоунады, и буфонады. Поэтому выбирается самый такой, в общем-то, смак, цимис, как говорится. Очень все нам понравилось, кенгуру в особенности, да, сынок? Хорошая постановка сделана, особенно с пингвинами. Мне понравилось пингвины. Мне очень понравилось то, что здесь много животных. Нам очень сильно понравилось, как выступали воздушные акробаты. Премьера представления прошла под продолжительные аплодисменты зрителей. Ближайшие показы пингви-шоу «Ласта Рика» в Тверском цирке уже в эти выходные. Для детей до 3 лет вход бесплатный.